Доброе утро, ребятушки. Сегодня у нас итальянский кофе на проводе. Вчера насыпала, по-моему, лавацию. Что-то я не помню. Что. Есть разные. Есть разные генуэзские кофе, но это именно лавация. Люсенок, потом напишешь, как тебе лавация золотой. Золотой, он и есть золотой. Но это, по-моему, не золотой. Вчера открывала пачку, увидела, что ловаться не стала дочитываться. Хочу обратиться к своим таким хорошим зрителям, которые переживают по поводу комментариев. По поводу плохих комментариев. Ребята, не переживайте. У меня это вообще никак не переваривается. Мне как-то чисто, абсолютно. Я думаю, что за 4 года без отпуска я все-таки на неделю предоставить себе заработала. Смотрите, какую славуня вчера притащила орхидею, да? Мы вчера с Игорьком наржались. Он говорит, поедешь домой с орхидеей? Я говорю, не поеду домой с орхидеей. Это Иришкина. Я потом ему показала, сколько у Иришки 26 орхидей. Ну, это, наверное, 27-я будет. Видите, какая красивая. И цвет такой шикарный вообще. Он говорит, значит, я лечу с тобой. Я говорю, нема базара с орхидеей. Говорит, прилетел в Геную орхидею. Говорит, сдал, кофе попил. Я говорю, а круассан съешь? Он говорит, ага, круассан съем. Говорит, прилечу домой. Говорит, заказывай Алене билеты. Я говорю, все поняла. Билеты мы закажем только, когда будет на это время. А сейчас хочу попробовать сделать именно итальянский кофе на этой машине. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. Отлично. Ребята, кофе течет вообще суперски. То есть машина очень хорошая. Сейчас я вам еще раз покажу ее марку. Кто-то писал, что хочет хорошую кофемашину. Вот эта кофемашина очень хорошая. Очень хорошая. Я не люблю те, которые капсулы, потому что они... Я была подарила Игорьку такую машину. Но вы же понимаете, капсула стоит дороже, чем... А тут кофе ты можешь себе варьировать, покупать разные сорта и это. Я постоянно меняю марку. Я не пью одну марку кофе, я ее постоянно меняю. У Игорька, кстати, поспели мои помидоры, они их завернули в фольгу, и итальянские помидоры приехали и поспели в Киеве, вот так вот. Ну, свои я, конечно, приеду, уже с грядки уберу, потому что там им уже полный. Сейчас собираюсь, начала читать комментарии, смотрю, что это растягивается надолго. Записала себя и своего Славуню к стоматологу, мы каждое утро, слава богу, пока он не работает, мы бегаем по Киеву. Вот. Почему я сейчас не у него? Давайте отвечу, почему у Игорька. Они там, где работают, строители, снимают жилье. Ну, это жилье временное получается. В данный момент он живет в частном доме, хотя хозяева и приглашали. С печным топлением, все как положено, куры, гусы. Вот. Но мне чисто оттуда очень, ну как, не очень далеко, но приличненько добираться. А здесь все в шаговой доступности. Здесь у меня и стоматолог, и парикмахер, и косметолог. Процедуры идут одна за одной, и поэтому мне как-то передвигаться. Вот мы вчера со Славой побегали, все, я побежала на процедуры, а он спокойно себе, тихо, спокойно уехал домой. Сегодня я его до стоматолога запру. Пусть полечится. Потому что когда ты сам, у тебя на это... Извините, что я в пижаме, вы же понимаете. Вариант нормальный. Вот. Верх одела, низ нет. Вот. И получается, что ну не хватает времени. Вы понимаете, даже если бы я у себя там дома хотела бы полечить зубы, мне дали уже телефон стоматолога и все. Ну, во-первых, он находится где-то за Генуей, бог знает, где эта студия. Потом сейчас у нас, нам настолько строго все
по записи с этим ковидом, потом у тебя должна быть прививка, которой у меня нет. Ну, в общем, все складывается так, что ты потратишь кучу времени, а толком ничего не сделаешь. А к нашим стоматологам, если ты приезжаешь один раз, то это с одним зубом, как минимум на неделю тебе растянут, ты уплатишь 300-400, а то и 500 евро за один зуб. И не факт, что он будет вылечен, ребята. Кто-то там сказал, что есть из Полтавы стоматологи. А где их искать? Откуда я знаю концы? Я работа, дом, работа. Ребята, кофе до последнего. Вот это была такая пенка. Это супер. Это сказка. В общем, очень вкусно. Я собираюсь, и я поскакала. И о погоде. Сегодня в Киеве прекрасная погода. Обещают дождь. Но через дорогу напротив у меня уже все там открыто. А мой Славуня, оказывается, полетел на работу заказывать стройматериалы. Так что, если не успеет, останется без зубов. Ничего, я за него полечу. Дважды. Видите, как здесь стоянка машин на тротуаре. Удобно. Заехал, и ты уже дома. По поводу вчерашней лазаньи, ребята. Получилось очень вкусно. Очень. Видно, да? Мы так хорошенько приложились. Так что у нас еще сегодня на вечер есть что покушать. Надо купить для сливочного десерта. Типа панакотта. Ну вот сейчас буду идти через рынок. Мои же все на работе, вы понимаете. Сама себе хозяйка. Вот. Так что на обратном пути скуплюсь и сделаем десертик вечером. А что? Мы в отпуске, нам можно. Так, как бы мне сориентироваться и не заблудиться. Я люблю блукать по Киеву. Потому что мы вчера с Иришкой бежали. А сегодня я бегу одна. Не знаю, я на ту сторону вышла или не на ту. Сейчас буду посмотреть. Мне вышла стоматолога, а теперь бегу к косметологу. По-моему, ну туда. Если туда пошел проспект Вернадского, то мне сюда. Ребята, такой запах шаурмы и печеных пирожков, по-моему. Непривычные запахи. Еще какой-то жареной то ли колбаски. Ну, наверное, это шаурма так пахнет. Вот здесь я вчера заходила, смотрела. Видите, типа брендовые вещи с Европы. Ну, секонд-хенд по-украински. Так интересно все вообще. Я хожу и балдею. Погодка суперская. Обещали дождь, но пока дождя нет, хотя вот, смотрите, тучи грозные над городом встали. Что это за памятник? Вчера проходила, я не видела этот памятник. Видите, золотой солдат стоит. Ну, конечно, я не в центре Киева. Это уже минут 5-7. А тут идти совсем рядышком. Прах 25 воїнів визволителів міста Києва, що загинули в 43-й році. Сльози зараз на вітру. Вітер, мабуть, в камеру, так? У мене немає мікрофону. Ой, ребята, чистка зубов произвела на мене впечатлення, тому що є з чим сравнити. Я робила це, звісно, в Італії і зробила тут. По цене здесь 800 гривен, в Италии 80 евро. Но когда я вышла в Италии после чистки зубов, то у меня язык цеплялся за осколки камней. И это правда. Здесь настолько все отшлифовано, что даже появились дырки между зубами. Думаю, буду просвистывать. Но это нормальное явление. Причем очень много получила рекомендаций.
как правильно пользоваться ниткой. Ну, я, в принципе, ниткой всегда и пользуюсь. И как правильно не надо тереть зубы. Ну, у меня щетка Oral-B, она электрическая, поэтому она их не трет, а мягко массажирует. Так что в этом плане все нормально. И что я вам должна сказать? Помните, когда я в Одессе ставила зубы, и тоже мне говорили: «А, что ты поехала в такое задрыпанное место? Что ты там это?» Ребята, вот сейчас стоматолог оценил работу того протезиста, а прошло уже практически 5 лет, наверное, да? Говорит, вообще, он поставил, говорит, картинка. А я что-то чувствую, конечно. Зубы не беспокоит. А сегодня она пломбировала зуб. Может, кому это интересно, может, не интересно. Но он настолько был разрушен, пришлось... Видите, проскакивает язык. Шепелявить начинаю. Вот, пришлось ставить матрицу, пришлось ставить... Говорит, ты сидишь и вообще не то, что не дергаешься, а вообще, говорит, головой не поворачиваешь. Но я старалась, конечно, сидеть тихо и смирно, потому что, чтобы не выпала матрица, чтобы зайти и запломбировать этот зуб. Пломба постоянная 700 гривен, временная была 300. Ну, вот такое лечение в Киеве. И врач-стоматолог там находится с 2001 года. Так что, говорит, вдруг что, какие проблемы? Ну, на чистку зубов, говорит. Приезжай, я говорю, с удовольствием. Очень приятный человек. И очень приятно было работать. Настолько внимательно, настолько все, знаете. Смотрите, какая у нас тут немножко грязь. Ну, тут, видимо, какая-то стройка шла. Вот это вот. А вообще, надо сказать, что я в Киев привезла теплую, прекрасную погоду. Вот, практически так же, как у нас. Только если у вас ветер, то, наверное, он чуть-чуть более такой прохладный. Потому что так, все-таки какой-то такой морозец ощущается. Вот я уже практически пришла в этом доме за поворотом, так что с ним. Это кофемашина суперская, которая сама мелит, сама варит и вообще... Спасибо, Светлана. Сама наливает. И сама наливает. Не, главное, чтобы она сама его не пила. Между прочим, подсохнуть и вам много. Да? Да. Сервис. Сервис, сервис. Да? Видите, какая чашечка у нас ждет? Супер. Сейчас еще и блюдечко. Вылетит само? А как же? Вау! А как же? Супер, девчата, вы лучшие. Да. И людей много. Раз, два, три. Опа! Опачки! Украинская пицца. Украинская. Вот вам и колбаса. Так что не надо... Вот даже с этими... Даже с этими, как они, с грибами, да. С черными маслинами. И булочки с маком. Вот вам с маком. Маком. Тоже украинский. Тоже украинский. Угу. О, сейчас мы сейчас дольше сделаем желатин у нас, слышите? Сейчас мы все забудем. Нет, сначала мы поим, покушаем, да? Конечно. Точно. Да. Игорь Николаевич, согласны на ужин праздничный? Да. Да.